Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир, и мы продолжаем играть в This War of Mine. Так, продолжаем. Какой-то у нас 8-й день, да, впереди. Будем бороться за выживание тех людей, которые под нашим попечительством. Я так думаю, не дай бог такое время заболеть или раниться серьезно. Так, хорошо. Так. Так. Что я хотел посмотреть? Наши вещи. Так, некоторые проломы заделаны, но мы до сих пор недостаточно защищены. Да, я согласен. Так. Так, они ели, сколько я помню. Так, Бруно. Иди, дади. Иди сюда водичку делай. Запускаю эту, она остановилась. О, Катя, ты выспалась. Значит, алкоголь. 4 штучки. Иди работать. Так, а ты можешь сделать еще нам алкоголь? Что у нас? Ага, 1 единичку. Ну давай, сделаем. Так, Катюха, вперед слушать. Так, пусть делается. Так, и что? А, мясо есть уже, видите, поймалось. Так. Один из работников радио. Так. Ага. Бои идут. Будут идти. Так что нужно будет это иметь в виду. Скоро некоторые локации будут недоступны. Хорошо. Так, забирай мясо. Так, Бруно, иди спать. Так, нужно еще поставить. Лучше, конечно, ставить. Удобрение, оно более такое бесполезное. Ну ладно, поставим тогда один кусочек сырой еды, и мы получим 2. Получается, один кусочек будет, пойдет нам как бы в холодильник. Ну давай сделаем. Еще может что-то поймается. Так. Можно сделать. Так, чу-чу-чу. Ой, стоп. Что ты там делаешь? Отмена. Чего это я нажал? Так, сколько нужно тут на улучшение? Плюсы какие-то. Да хрен. Ну давай сейчас посмотрим, что тут надо. Пацану. Ты кто?
Марк, случайно это не пожарный? Так, извините, что беспокою вас. Забавно поворачивается жизнь. Я пожарный, всю жизнь спасаю людей. Теперь мне самому нужно спасаться. Моя семья уехала из города, я хотел отправиться к ним. Но город окружен. Разрешите мне остаться с вами. Хорошо, разрешаю, но будет напряг по еде, конечно. Но думаю, он купит себя. Так, хорошо. Так, у него... Сейчас посмотрим. А, он устал. Так, опытный добытчик. У него рюкзак на 15 ячеек. Есть еще больше. Есть еще больше рюкзак. На 17 ячеек, но это уже у... грузчика, но грузчик не умеет, у него ранена нога, и он бегать не может. А этот пожарный, он плохо приносит убийство. Я думал, что уже прошел сквозь ад. Я пожар. Я вхожу в пылающие здания и спасаю жизнь людям столько раз, что я уже потерял счет. Так. Но в то время вокруг меня были люди, объединившиеся против общего врага – огня. А сейчас бывший сосед может убить вас лишь потому, что ваши бабушка и дедушка говорили на другом языке. Это настоящий ад, спустившийся на землю. Так, для этого пацана мне нужно... Так, это кто? А, он уже встал. Мне нужно... обязательно кровать. Так, что еще нужно сделать? О, вон еще бутылка. Так. Думаю, мы сможем за счет алкоголя выкрутиться. Так, не мешало бы еще сделать воды. Водичку, то есть. Так, это что, уже оттолкнул? Да. Водичку. Давайте пусть будет вода. Так, делай еще. Так, может еще алкоголь сделать. Так. Не хочется эти припасы тратить. Давайте посмотрим лучше, что еще нам можно сделать. Обязательно 8 досок нужно на кровать и 6 этих материалов.
Короче, в основном нужны доски нам. Это 18 штук. Так, микстурный стул. Так. Бинты, самокрутки. Так. Так. Это до хрена надо всё. Вроде бы все. Больше ничего не можем тут не сделать. Надо еще два пролома заделать. Вот. И, в принципе, тогда все ресурсы на выработку алкоголя. Наверное, как-то так. 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 Требуется осторожность. Извиняюсь. Так. В принципе, я так читаю, много чего можно найти. И вроде бы тут даже обмен возможен. Знаете, такое. Так. Так. Берем вот это, берем вот это. В детстве ходил с родителями сюда. Забираем все. Нам нужно 18 досок. Внизу кто-то есть. Он священник. Я понял. Ну тут видите, где надо поработать.
завалилось много чего. Что ты можешь менять? Так, у тебя бинт есть. Что у тебя есть? Чистый спирт. Прикольно. Так, я пока пойду сюда. Доски закрываем. Так. 10. Нужное количество. 17. А, что я взял? Что тут еще есть? А тут лопата нужна. Не будем туда лезть. Можем на неприятности нарваться. Блин, тут два завала. Надо будет с лопатой сюда прийти. Ну, тут еще обмен возможен. Вот там как бы вооруженные ребята лазят. То же самое. Выбираем пока доски, наверное. А тут прокапываем себе дорогу. Еще много времени теряем. Мы много создаем. Зато не заметно по путем в хату. Что, пора уже уходить. То время заканчивается. Так.
Так, никто не был ранен. Угу. Ясно, оружия не хватало. Так, ты мне сейчас спать. Так, ты спать. Ты готовить хапчик. Так. Давай готовь, Бруно. Так, кто у нас охранял еще? Ага. Так что там? Все эти выстрелы, все эти обстрелы, снайперы, нехватка провизии. От всего этого хочется спрятаться, лечь и зарыться. И зарыдать. Мы не можем позволить им раздавить наш дух. Мы должны показать, что они не могут отнять наше достоинство. Здесь тяжело, но знаете, как мы поступали у нас на улице. Ясно. Так. Иди-ка сюда пока. Так, что тут? Две единицы надо. Мне нужно 18, да? На кровати и на... Ну как раз. Две порции приготовлю. Пока сделаем так. Так, делаю кровать. Вот тут постоял. Так, бегун, вперед. Так, Бруно, готовь. Папчик. Давай. Так, а одну консерву захавает он сам, думаю. Так, ты жрёшь консерву. Угу. Идёшь радио слушать. Так. Ты. Угу, погода хорошо. Самое. Так. Ясно. Так, Павел. Иди хавать. Так, Бруно, иди сюда. Нам нужно забить дыры. Давай. Так. Хорошо. Ты иди сюда, Катюха. Так, пойдем. Хорошо. Иди спать. Так, и что там? Так, посмотрим, что ты принес. Так, нам бы бинт. Так, нам бы бинт, чтобы был. Так, что мы можем отдать? Ух ты, сколько хочешь. Отдаю тебе, что мне не забирать. Так. Надо сырой хавчик собирать.
то может натужно стать с ним. Так, дальше. Вода. Запиваем. Доски. Не хочешь, да? Может сахар забрать. Те. Пусть будет так пока. Договорились. Так, Катюху эти хавать. Так, ты поспал? Ну хорошо, иди посмотри, что тут. Так, Катя, спать. Так, Бруно? Можно вот это еще сделать. Тут не хватает. Так, Бруно? Ты чё? Ты куда идешь? Ну иди делать алкоголь. Ты иди забивать вот эту фигню. Ну давай сделай. Нам еще алкоголь не помешает. Так. Так. Давай делаем. Интересно, успеем? Забабахать алкоголь. Там он помню все сделал. Фильтр бы сделать. Вот эту штуку можно сделать. Так, самокрутки можно будет делать. Бинты. Ну, бинты без спирта вряд ли. Ну, делать, не делать. Ну, давай сделаем все-таки. Так, куда его разместить? В принципе, а тут можно было бы. Так, алкоголь. Еще делается. Наверное, не успеем. Так, Бруно. О! Можно делать самокрутки. Главное, чтобы все наши не выкурили. Беги вот сюда. У нас сейчас будут появляться припасы. Так, иди на обмен. А. Пока нет. Если ты остановишься.
что будет. Так, Катя, Катя. А ну-ка, бежи сюда. Есть они или нет? Зараза. Давай дальше. О, есть алкоголь. Катя на обмен. Так, что я хочу? Либо топливо, либо намутили алкоголя. Сахарок неплохо. Доски надо запирать. Вот это. Давайте сахар лучше возьмем. Парочку. А, единичку только можно будет. Ну пусть будет. Хоть так. Договорились. Так. Бруно пусть работает. Так, что же, куда пойти? Нам нужны материалы. Нам нужен хавчик. Хотя хавчик мы купили. Оружие не мешало бы. Кстати, в больницу может попасть и вылечиться бесплатно. Так, куда я пойду? Церковь, наверное, я пойду все-таки сигаретами меняться. А тут я буду выгребать весь дом. Дети будут охранять. Вот так вот. Вот это будет спать. Больно. Так. Тебе нужно и в гараж прийти. Разбомбленный дом нам будет доступен. Можно взять отмычку даже. Можно будет в супермаркет сходить. Что, гараж или супермаркет? Туда добывать, наверное, посылать туда Павла нужно. Ну, наверное, пока в гараж пойдем добывать. Соберем там материалы нам нужные. Да, вот так. Так что возьмем отмычку. В принципе, все. Больше ничего.
сверху там все вот куда выгреб. Вроде да. Нету лекарств у меня сейчас с собой. Ну все пока. Идем дальше. Тоже возьмем пока все. Идем дальше. Так что, о, тут есть удобрение. Это надо забрать. Удобрение обязательно. Так, посмотрим, что тут. Угу. Так, электроника всякая такая. Конечно, табачок не помешал бы. Ничего, если что, мы сюда еще по возможности наведаемся. Сюда спуститься. Так, это еще забираем. Все. Тоже все. Посмотрим, тут никого нет. Да, отмычка намного тише. Так, закрываем тихонько. Закрываем. Пойдем сейчас в холодильничек. Так. Я знаю, что частная собственность овощи нужно забрать. Нехорошо, конечно, обворовывать, но... временами не самим нужно хорошо питаться. Лавочку не добудем, но хавчик не помешает. Так, что тут еще есть? У-у-у. Может, так уже есть. Заберем. Может, поремонтируем. Так, тут. Ого, ого, ого. Охренеть, сколько у них тут всего. Возьмем вот это типа. Вот так вот. Понимаю, что воровать нехорошо, но... Правильно, иди спать. Могли бы испалить. Уходим.
10. Ну ладно. Пожалуй, тут я завершу серию. Продолжим уже в следующей. В принципе, уже прилично так деньков прошел. Но пришлось, конечно, обворовать этих людей там ворожая, но что поделаешь. Надо и самим выживать. Как-то. Так. Ну пока, всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.